Здорово, ребят! Поздравляю вас всех с наступающим 2024 годом! В связи с этим грандиозным праздником спешу вам сообщить то, что в моем телеграм-канале по ссылочке в описании разыгрывается 200 новогодних коробок миротанков. Если вы хотите принять участие в розыгрыше, обязательно переходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там куча новостей, разных приколюх и, естественно, розыгрыши. Поэтому всех вас жду, ссылочка в описании и приятного просмотра ролика. Бульк. Не сдамся врагу! Не сдамся врагу! Хуя! What? Как ты это сделал? Учитесь, пока папочка живой. Подстрел. Первого. Это хуйня, да, убиваем. Петровича ебем просто-напросто. Блять, я пока не могу без фокуса. Нормально. Сесть в камешке, все нормально. Сейчас мы тут. Я спускаюсь и летаю, размен хп. Ё-моё. За шо меня? Петровича. Петрович тебя ебёт. Пиздец. Чисто стрим снайпер. За что? Петрович 228. 228. Ё-моё, за такие ники банить надо. Никаких Петровичей против меня не должно играть никогда. Ёб твою мать. Сейчас тебя в донате напихает Петрович. Не совсем понимаю, бро. Помнишь, как мы с тобой в лесу когда ходили за грибами? Как мы с тобой купались в озере, как ты нырял и ласкал меня под водой, а я нечаянно пукнул, и ты неделю со мной не разговаривал. Сладенький мой. Любовь, суки! Любовь! Мне чувак в чате пишет то, что он на Ренегата внешне похож, блядь. Чел говорит, ты уже сравниваешь, блядь, Паттон за танк вместе с Ренегатом. Сука, ну реально припиздок, блядь. Ебучий. Бля, вы представляете? Это просто пиздец. Чувак у меня в чате сказал то, что танк похож внешне, блядь, на Ренегата. Я сказал, да, он реально похож на Ренегата. Чел, блядь, говорит мне, что я его сравниваю с Ренегатом. Это полный пиздец. Все, заткни ебанлинг, блядь, просто сиди, смотри стрим, и все. Как люди, блядь, доживают до, блядь, я не знаю, сознательного возраста, они еще, блядь, как-то по клавиатуре попадают своими пальцами. Ты че злой сегодня такой? Я не злой. Заткни ебанлинг, блядь. Я не злой. Нерчик, вопрос, а почему ты карту хейтишь, она тебе так не нравится, или ты просто играть на ней не умеешь, если можно честно? Арта? На самом деле я обожаю артиллерию, арта. Это очень классный класс техники. Короче, я официально заявляю, арту нужно апать. Мало урона наносит. Кто за, плюс в чат. Вот. Я люблю арту. Прямое! Сюда этого мальчика! А вот артоводов утопил бы нахуй, блять. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Да как я разбился? Я ж об труп танка упал! Я ж об труп танка упал! Готово. Настало время отправляться на полигон и проверить ее в деле. И пусть она покажет себя достойной труда сотен инженеров и конструкторов. В добрый путь!
За 20 тысяч золота танк купил. Нихуя я долбоёб. Верно подмечено. Все ради контента. Все ради вас, зрители. Ради вас все, ради вас. Ура, ура, ура. Да ну! Да как? Сука! Заебала, блять! Гондонская хуйня! Ёбаного тупого бомжа! Да, блять, ну вы сыны говна, блять! Хватит постоянно меня пихать! Вы это видите? Они постоянно в жопу мне пихаются! У меня 500 хп, чел просто берет, в меня впихивает. Один и второй, один и второй. Просто каждый из них постоянно, блядь, должен меня в жопу пихнуть. Сзади меня стоит конь, 1500 хп, у меня 900. Что он делает? Правильно, пихает меня в жопу. Оу май. Европейская толерантность, все четко. 10 из 10. Сука, щенок, блядина, сука, нахуй. Рот твою маму. Блядь, Назариус, это просто пиздец, блядь. Конченый ты, уебан. Хватит в жопу постоянно упираться. Как меня заебали эти текстуры багованные. И что это? Да, блядь, я не могу это... Блять, ну заебала багованная текстура, блять. Шлюшья.